Умные люди про нас говорят, что пуховязание – наше женское хобби. Почти половина населения держит коз, базары полны пуховыми изделиями, и за ними едут в Урюпинск купцы со всех сторон. Чешут, придут и вяжут. Скоро зимушка, зима постучится к нам в дома. Свяжем для малышкам теплые штанишки. Пух напряли и смотали. Пригодятся бабушкам на обновку ладушкам. Изделия из урюпинского пуха славятся на всю Россию, матушку.